Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одном интересном месте в центре Англии. Называется Woolerton Hall и Парк. Находится недалеко от Ноттингема, в 20 минутах от центра Ноттингема. Этот величественный замок был построен с 1580 до 88 года, построен для сэра Виллоубай, архитектор Роберт Смитсон. Гарпарк, вот это, извините, парковка, находится прямо рядом с замком. Стоимость 5 фунтов за целый день, недорого. Вот такой чудесный парк вокруг замка. Необыкновенный просторный парк с огромными деревьями. 400 лет этим деревьям. Рядом с парком находится гольф-клуб. Здесь очень много людей, играющих в гольф. И этот парк знаменит тем, что здесь очень много оленей. Олени прекрасно вписываются в пейзаж, разрешают подходить к себе очень близко. Люди фотографируются с ними. То есть совершенно не боятся, не убегают. Гуляют вместе с людьми. Здесь очень просторно. Вот там за деревьями там есть озеро, большое просторное озеро. Прогулка вокруг этого озера в хорошую погоду – это просто прекрасно. Видите, кругом олени. Все чисто, красиво. Все газоны подстрижены. Необыкновенная природа. На дорожках всегда чистота, растения, кустарники всегда тоже ухожены. Недалеко от вот этого места есть очень красивое кафе и музей. В музее есть паровые машины, которые включают последнее воскресенье месяца. Очень интересный музей техники здесь. Для детишек это просто прекрасное место. С 2008 года здесь проводятся летние музыкальные фестивали. Вот как раз на этом поле собирается очень много молодежи, приезжают музыканты. Здесь очень интересно. А это мы идем сейчас к заднему парку. Сейчас мы идем по этому туннелю. В задний дворик этого величественного замка. Здесь очень красиво. Посмотрите, сколько кустарников, цветов. Все ухожено, все подстрижено. Чисто, скамеечки, где можно посидеть, отдохнуть. Сделать пикничок небольшой. Посмотрите, как все ухожено. Здесь небольшая тепличка. Там есть тоже некоторые растения, но овощей не видно. Очень красивые газоны, цветы. Посмотрите, какие. В 2011 году здесь снимали фильм «Восстание тёмных». Надеюсь, вам понравилась экскурсия по парку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду вас в гости. Большое.